Летом было постелено на асфальтное покрытие травяное покрытие, которое осталось у нас искусственного поля. Это для нас очень хорошо. В первую очередь меньше будет рвать лед и быстрее уже начался процесс заливки. Потому что на травяном покрытии присутствует кварцевый песок, резиновая крошка. Начали мы с пятницы и на сегодняшний день уже как бы процесс пошел. Предварительно через недельку мы уже откроемся.